будем играть с ребятами. Они к нам в гости пришли. Садись, садись на свой стульчик. Здравствуй, Петя, говорят ребята. Вот, ребята наши. Говорят, здравствуй, Петя. А ты им скажи здравствуй. Здравствуйте, ребята. Петя, к нам пришла в гости девочка. Ее зовут Уля. 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 Скажи, здравствуй, Уля. Здравствуй, Уля. Здравствуй. Здравствуй, Петя. А ты ее позови, скажи. Уля, иди сюда. Давай еще раз позовем ее. Иди сюда. Ой, Петя, здравствуй еще раз. Поцеловала тебя в щечку. А еще у нас есть, смотри-ка, волшебные снежные комочки. Это вата. На, Петя, вату. Петя, дай вату Уле. Как надо сказать? На. Уля. Вату. 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 Ту. Да, дай Уле. Спасибо, Петя. Уля взяла вату. А это? Кто это, Петя? Мальчик. Ваня. Ваня. Здравствуй, Петя. Я Ваня. Давай позовем Ваню. Ваню, позови, скажи. Ваня. Иди. А мы ему сейчас дадим ему, да, правильно. Позови его сначала. Ваня. Иди сюда. Пришел я, ты меня звал, Петя. Как надо сказать? На. Скажи. На. Вату. Давай, Петя, мне вату, давай. Скажи, на. Спасибо, Ваня взял вату. У Ули есть вата? Да. У Вани есть вата? Да. Молодец. На, Петя, вату. Смотри-ка, это еще к нам в гости девочка пришла. Ее зовут Лена. Лена. Здравствуй, Петя. Я Лена. Позови ее. Скажи. Лена. Иди сюда. Да. Ой, Леночка пришла. Петя, ты меня звал? Да. У тебя есть вата? Да. Вата? Да. Дашь мне вату? Как надо сказать? Лена. На. Ва. 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 Ту. Ту. Да, молодец. Ой, Петя, спасибо, спасибо. У меня тоже есть вата. Посмотри, Петя, у ребят сколько ваты. Но у нас один последний мальчик остался. На, Петя, вату. Да. Это мальчик. Да. Ня. Упала вата. Скажи, мама, подними. Подними. Петя, на вату. Это мальчик Даня. Петя, здравствуй. Я Даня. Скажи, привет. Давай его позовем. Позови. Да. Да. Ня. И. Ди. Сю.
Да. Ой, Петя, ты меня звал? Ты что-то хочешь мне дать? А то хочешь дать, да. Даня? Давай скажем. Да. Да. Ня. Да. На. Да. Ва. Да. Ва. Да. Ту. И. Ну, давай скажем. И будем учить ребят на вату дуть. Давай, давай мне. Спасибо. Петя. О, Петь, смотри, у нас у всех ребят есть вата. Да, да. Давай еще проверим. У Дани есть вата? Петь, у Дани вата есть? Есть. У Лены есть? Да. У Вани есть вата? Да, у Ули тоже есть. А теперь, ребят, к научим дуть на вату. Петь, садись, а? Садись. У всех есть вата. Давай, скажи, будем Даня тебя учить дуть. Ну, хорошо, я дуть не умею. Давай, Петя, дуй. Давай. Ой, давай ее разделим, она вон какая. Опа, вот так, дуй на нее. Комочек такой скатаем, шарик, снежок. Давай скатаем. Ну-ка, 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 Петя, научи меня дуть, я не умею. Да, не умею дуть. Кладись вату, клади вату сюда, на стол. Клади вату. Дуй, Петя, дуй. Сильно. Да. Ого! Ну-ка, ну-ка, я тоже дуну. Кто научил Даню дуть? Петя, кто научил Даню дуть? Петь, кто научил Даню дуть? Кто научил? Я. Правильно. Петя, ты научил меня дуть. Спасибо. А меня научи дуть? Смотри-ка, Лена пришла. Я не умею дуть. Скатай шарик. Давай, Леночки, дуй на Лену шариком. Давай вот этот вот ватный шарик. Да, ой-ой, как снежок. Давай, дуй. Я не умею дуть. Вот он. Ой, теперь я. Как ты меня научил? Петя, кто научил Лену дуть? Кто научил Лену дуть? Кто научил Лену дуть? Сейчас. Скажи, кто научил Лену дуть? Ты научил Лену дуть? Я. Лена дуть теперь умеет? Умеет, да. Давай еще вот этот вот шарик скатаем. Леночка, давай еще Лене дуй. Дуй, Леня. Ну, дуй. Это ватный шарик у нас получился, как будто снежок. Дуй. Петя, дуй. Ой, здорово. Давай, Лена, теперь дуй тебя. Ой, Лена научилась дуть. Петя, а зачем ты выбрасываешь под стол? Леночка у тебя спрашивает. А мы не умеем дуть, кричат ребята. Уля, не умеет дуть. Уля, Петя тебя сейчас научит. Петя, научи меня дуть. Дуй, Петя. Дуй, дуй. Дуй. Дуй, дуй. Ой, Петя, ну-ка, Уля дует. Кто Улю дуть научил? Кто научил Улю дуть? Кто научил Улю дуть? Кто? Я. Правильно, Петя, ты меня научил. Ура, ура, ура. А я не умею дуть, говорит Ваня. Ничего, Петя тебя сейчас научит дуть. На, Петя, научи Ваню дуть. Научи меня. Вот сюда, давай, дуй. Дуй. Ну, дуй, дуй, не халтурь. Руки прячь под стол, дуй. Дуй. Сильно дуй, сильно. Давай, я жду твой комочек. Давай, дуй.
Давай, раз, два, три, дуй. Давай, о! Еще чуть-чуть. Вот, молодец. А теперь я буду дуть, говорит Даня. О, я научился дуть. Кто Даню научил дуть? Кто научил Даню дуть? Я. Да, я. Ты, Петя, спасибо. Ой, смотри, Петенька, ты всех ребят научил дуть. А давай-ка позови, покажи, вернее, мне. Покажи мне, как ты запомнил. Это Лена, это Даня, Уля, Ваня. Возьми, вернее, покажи, где Уля? Где Уля? Где Уля? Уля. Вот, правильно, да. Спасибо. Ой. А теперь, Петь, покажи, где Даня? Упали, все упали. Давай, аккуратно. Давай, я их поставлю, мальчиков. Петь, посмотри. Ну, внимался, последнее задание. Где Даня? Где Даня? Даня, где? Вот. Да, правильно. Петь, а где Ваня? Где Ваня? Вот, молодец. И кто у нас остался? Как зовут эту девочку? Как ее зовут? Как? Уля. Как это? Уля, вот. Уля, вот. Как ее зовут, эту девочку? Петя, ты помнишь, как меня зовут? Давай еще раз. Уля. Да, Уля — это она. А это? Ле. Ле? Ле. Ле? Ле. На. На. Лена. Меня зовут Лена, Петя, запомни. Меня зовут Лена. Ты меня научил дуть. Я теперь умею дуть. Вот так, спасибо. Вот такая вот игра. Петя должен уже в своем возрасте запоминать имена и в разнобой показывать правильно, как зовут тех или иных персонажей. Может, немножко сумбурно наше занятие получилось? Не претендуя на высшую степень педагогичности, но мы попытались воспроизвести то, что было на занятиях у логопеда-дефектолога. Иди, Лена. Это кто? Кто это? Лена. Лена, правильно. А это кто? Кто это? Даня. Даня. А это? А это кто? Уля. Правильно. А это? Кто это? Уля. Кто это? Уля. Уля. А это? Уля. Ва. Ваня. Ваня. Да, молодец. Почти всех запомнил. Молодец.